Уважаемые жители и гости города Кокшетау, сегодня на площади Тавель-Сездек проходит сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей наших районов, города Кокшетау. Как вы знаете, цены здесь ниже рыночных, поэтому приходите. Вот, мы все видите, сколько сегодня собралось население, все соскучились по данным мероприятиям. Поэтому это мероприятие не последнее. Регулярно будем проводить такие мероприятия. Приглашаем вас 1 октября на такую же сельскохозяйственную ярмарку. Вот. Всем хорошего настроения, удачных выходных!